Привет, не спящие и все остальные любители стратегии каких-то там про ядерное оружие. В общем, вот вам новая игра. Чего это такое, я даже не смотрел. Ну, судя по вот всему вот этому, оно на Unity. И оно хочет мое разрешение сломать. Да. Игра вылетела, кстати. Я не против, я не возражаю. Я в любой момент могу вот сделать вот так, и, наверное, станет лучше. Так вот, для начала давай-ка мы сделаем вот так. Фуллскрин, почему-то вот автодетект, и мое разрешение не включается. Ну, видимо, особенности. Могу включить русский. Ну и он вроде здесь даже неплохой. Глобальное противостояние на английском. Глобальный конфликт. Как интересно. Ну, ладно, давайте поиграем на русском. Автопауза. О, прикольно. Ну ладно. Вроде как это стратегия. Про какие-то там ядерные ракеты. Есть онлайн, кстати. Ну, видимо, это режимная игра. Но я здесь для того, чтобы вам ее просто показать. Не стать чемпионом, как в какой-нибудь Supreme Commander. Что тут у нас есть? О, эти новые интерфейсы, кошмар просто. Земля 8 игроков, ну да, круто. Россия. CPU, в смысле CPU? Начать в союзе. Какая разница? Режим подсчета. Выживание и истребление. 20 баллов за каждого убитого врага. Ну, ладно, давайте на нормале поиграем для начала. Я же не играл еще. Ядерная война. Бомба? Да, ядерная бомба. Радар, лодки, эсминцы. Ух ты, круто. Вон он чего. Интересно. Ладно. Пока что и так норм, да? Старт. В этом... До конца, наверное, этого месяца будет не так много игр, потому что особо не ждите. Ну, кое-что будет. Что-нибудь интересненькое подвернется. О! Круто, слушай, мне нравится. Выглядит вроде неплохо. А чего мне делать надо? Ну, пауза активная, круто. Мне уже нравится. Сайд-скроллинг, ненавижу. Где это? Где настройки? Где настройки игры? Сраный этот сайд-скроллинг. Видимо, не существует сайд-скроллинга. Поставить на паузу, бла-бла-бла, это не то. Так, подожди. Ты ж... Вот это так, а вот это вот так. О, супер. Ненавижу автосохранение в играх. Так, Москва. Ну, давайте искать свои города. Значит, вроде правильно, да? Воронеж, Харьков тут. О! А он здесь находится разве, да? Где-то вот здесь вот. Ну ладно. Почему-то по Махачкалу не перевели. Странно. Так, ага. О, еще дальше. Омск. А он разве здесь? Ну ладно. Допустим. Кутск. Ух, о, Хабаровск. Жесть. Ладно. Что надо делать? Москва. Круто. А СПБ разве здесь? Он не вот здесь? Нет? Ну ладно. Минск. Ух, красота-то какая. Нет исследований. А что тут можно исследовать? Крылатые ракеты. Ну, как интересно. Ну, давайте крылатые ракеты исследовать. Наука строительства. Шпионаж. Шпионить за соседами. Что тут еще есть? Вернее, за соседями. Дипломатия. Круто.
Можно это? Нет производства? Будет производство. Ой, нет. 50 на 50, нормально. Мне и так хватит. Чего мы можем построить? Авиабазу, радар. Корабли, самолет и... очевидно, ядерный бомб. Начнем с авиабазы, пожалуй. Разместить мне ее почему-то не дают. Видимо, мы ее собираем в такой квадратик, в кубик, в коробку. Потом где-нибудь разложим. И ядерная бомба. Ага, круто. Новый агент. Или чего это? Что это за план? Стороны? Чего? Куда? В новых стратегиях так весело. Мне прям нравится. Ну, план альфа, ну круто. Приоритеты. Здорово. А, это план атаки, как интересно. Ладно, подсветка территории. Ага, ну так даже будет повеселее. Покрытие радаров. Радарами, да. Маршруты спутников. ПВО, ПРО. Слушай, как интересно. Космический радар, чего тут только нет. О, глобус, о, слушай. Так даже интереснее, кстати. О, прикольно. Чего у нас вообще за соседи, получается? Это США, да? США, вот эти упыри. Вот эти упыри и вот эти упыри. Ну ладно, да, пусть. Какая маленькая страна, которая... Так, ну здесь вроде готово. А что за шпионаж? Разведка не производите. Ага, нет данных разведки. Шпионим за всеми. Чего? Чего уж там? Поехали. Давай на второй скорости. Поедем побыстрее. А чего уж там, давай на четвертый. Бжжж, круто. О, я могу размещать авиабазы, да? О, у нас нифига себе покрытие. Ну, давайте где-нибудь вот под Ростовом делаем. Зачем-то. О, в Одессе есть радар. Чего, пауза включилась, что ли? Так, у нас есть авианосец, кстати. Мы его деплоим, наверное, сюда. Авианосься. Эсминец, ну, как бы это смешно. Радары. Радары, радары, да, хороший план, мне нравится. Вот здесь радарчик один поставим. Тут еще парочка есть. Мы его куда-нибудь, наверное, сюда воткнем. Один радарчик вот сюда. На границах. Чего я делаю, даже не спрашивайте меня. Я просто могу, я просто делаю. Все, отстаньте. Так, подлодка. Идешь вот сюда подлодничать. Зачем-то. Кстати, она же может погружаться наверняка, да? Что-то. Это же подлодка, торпеды, ракеты, земля-земля. Они. Не вода-земля, разве? Радиус атаки. О, прикольно. Средство обнаружения. Сонар. Путь атака эскорт. Будет запасы, всплытие, погружение. Она уже погрузилась, да? Я могу ей указывать. Хорошо. Тогда подплывай к берегам америкосов. Американцев. А ты не можешь там, да? Плавать. Ты можешь только здесь плавать. Плохая подлодка. А, это ледник. Логично. Все, в общем, плыви. Исследуй, разведуй. Вернее, разведывай или что ты там делаешь. Авианосец вот сюда к берегам Европы. Пусть там где-нибудь в Британии, Ирландии плавает, развлекается. Ударный бомбардировщик. О, у него еще на борту бомбардировщик есть. Красота-то какая. Здорово. Эсминец. Эсминец будет с тобой. Он будет твоим другом. У меня еще два эсминца будет в кармане лежать. Я думаю, ничего страшного. Эскорт. Ты будешь сопровождать вот его. Вот, все, эскортируй. А где у нас шпионаж? У нас. Вернее, у нас строительство радара. Да, два радара еще закажу. И поехали. О, база спалились с радарами. Шо? Мы, наверное, первым делом Европу съедим, чтобы им жизнь медом не казалась.
О, даже озвучка есть, круто. О, там эсминец поехал, подлодка поехала. Мне нравится, прикольно. Кстати, по поводу самолетов. Воздушный патруль. Включить. Пусть патрулируют, какая разница, правда? Истребители, бомбардировщики. Истребители. А что это такое? Что хочет от меня игра? Нет, я... Отмена. Отмена, говорю. О, патрули работают. Наружен вражеский юнит. Где? О! О, авианосцы к нам. Так. То есть мы изначально воюем все, да? Как интересно. Ну ладно. Нашу подлодку уничтожили, да? Да, нашу подлодку снесли. Ну тогда... Да, плохо. Мы тогда сделаем по-другому. Раз эсминец, зарядим сразу. Два эсминец. Ты с эскорта снимаешься. И идешь уничтожать. А ты можешь шмальнуть ракетой? Можешь. Плыви сюда пока. Опа. Европейский. Европейский эсминец спалился. Ударный бомбардировщик вылетел. О. Это по нашим. Да-да, это по нашим. Корабликам. Что происходит вообще? Наш эсминец сломали. Истребители. Это вражеские. Нет, это наши. Это из авианосца. Так, подожди, авианосец, это возвращайся. Я-то надеялся, что мы сейчас мирно будем, пока что в некоторое время хотя бы существовать, а оно вон чего. Мы уже воюем все со всеми сразу. Ну, это наши истребители, да, это круто. Можно бомбануть радар, можно не бомбить радар. Можно вообще много чего сделать. Это что? Ракеты воздух-земля. Интересно. Интересно, маневрирующие ракеты, гиперзвуковые ракеты. Ракеты средней дальности, МБР. Слушай, мне нравится. Такая линейка исследования, конечно, забавная, но маленькая. Атомная силовая установка. Нихера себе, это до какой степени надо играть сидеть? Жесть. Ладно. Тогда мы, наверное, не будем брать вот это. Сразу пойдем к МБР какой-нибудь там. И будет норм, наверное. Что мы можем сделать? Мне надо... мегатонная бомба. Нет, мегатонная бомба мне не нужна. Бомбардировщики доставляют, да? О, кстати. Зенитки строят все. В Европе точно зенитки строят. Нехорошо. Нехорошо. Мне нравится пока что игра. Довольно интересная, кстати. Не зря. Стянул. Куда мы будем тыкать авиабазу? Пусть будет здесь. Авиабазить будет здесь. Конечно, воздушный патруль. Конечно. О! Европейский эсминец. Что такое? Авианосец. Тоже европейский. Иди сносить авианосец. Тебя тоже задание снести авианосец. Что такое? Потерялся эсминец. Американский. Нашелся. Опять потерялся. Опять нашелся. Не без багов игра. Не без багов. Ну, чего уж вы поделаешь. О! Нифига себе, бомбардировщик целый вылетел. Меня эта автопауза начинает уже потихонечку раздражать. Не получается здесь контролировать более динамично. Скорость высоковата, наверное. Все-таки. Вон они где. Чего мы произвели? А, радары.
Да, давайте радары втыкать. Один здесь. Обрадаримся, так сказать. Один радар. Пу-пум. Границу с Европой поставим. Перекроем линию. Вот, вот это опасное вообще место. Пока они вроде не это. Не приставали к нам особо. Так, они бомбят радар. Это не круто. Нифига. Ядерная бомба. Сделаем ядерную бомбу. У нас вроде как есть ядерные бомбы. 10 штук. Но я закажу еще. Что тут у нас есть? Ударные бомбардировщики. Делайте. Радар делайте. Делайте все, в общем. Вы же хорошие строители. Строите. Что такое? Ага. Вражеские эсминец снесли. Молодцы. Молодцы. О, еще радар. Вернули. Защищаем базу тут свою радаром. Чего? Ударный бомбардировщик. А его разместить негде, что ли? Или что? Чего от меня хочет игра? Видимо, негде, ладно, хрен. Режим ядерной войны. Тунь. Так. А какая разница? Ладно, не важно. Я надеюсь, у них здесь нет зениток. Потому что если есть, то будет хреново. Воздух-воздух. Не хочу воздух-воздух. Зачем мне воздух-воздух? Бомбы. О! О! Ядерная бомба. Шик! Шик! Бомбим просто. Будапешт. Так, а мы дотянемся вообще? 36. Бомбанем Берлин. Нет. А, черт! Минск! Киев! Черт! Столько целей! Столько целей! У нас радарами спает. Давайте Киев бомбить. Че нам этот Киев? Будапешт. А, черт, реально столько целей. А если у них здесь зенитки? Бомбим Киев. Так, это получается у нас их 5, да? Или один у нас? Нет, у нас их 5. Бум. Они против нас начали активные, кстати, действия. Бомбим Берлин, Будапешт, Бухарест. Вот это вот все. 5 штук. Все. Да, и нас начали бомбить. Интересно, что-то более интересное. Но бомбардировщики довольно быстро снесли. К слову. Так, китайцы начали исследовать ракеты средней дальности. Наверное, нехорошо. Наверное. Дайте мне парочку радаров. Вода, вода, не уверен. Бомбардировщиков там штук 5. Покажу. То, видимо, нашу ростовскую базу разбомбили нафиг и... Круто. Радар за... Ой, стороне, слушай. Покроем тут зону, да? Закрыть надо. Это что? Авианосец наш. Эсминец тоже наш. А что тут с эсминцем случилось? Иди. Эсминь. Ты же не эскортируешь у нас. Так, авианосец пойдет тогда вот сюда. К берегам. Истребитель спалился. Куда он? Че он? Че он мне сделает? Че он мне не сделает? Мне нужно больше радаров. Вот это надо закрыть. То мало ли чего они там захотят устроить. А, так, я смотрю, Европа вырывается в лидеры. Они там уже и зенитки изучают. Я бы базу разбомбил сейчас. Мне надо больше баз. Мне нужно больше авиационных баз. Где это? О. Две штуки сразу закажу. Они как раз с самолетами сразу спавнятся. Вроде как один. Да, ну, крафтим по одному. Это не круто. Истребители где-то там, да? Бомбануть надо радар. А у наших истребителей, по-моему, нету ракет. Воздух-земля.
Поэтому их только бомбить. Ядерная бомба. Тут есть еще, кстати, обычные. Воздух-земля. Бомбы. Что это такое? А, слушай, у нас же исследования прошли. Это же новые бомбы какие-то, да? Ну тогда вот так. Бомбанем по радару. Смотрим, чего из этого получится. И бабах! Радара нет, все. Возвращаемся. Так, новый радар. Я. Сволочь. Ну ничего, скоро там этот подойдет. Опа, чего? Любитель снесли. Это вы молодцы. Это молодцы. Тут эти базы, я смотрю, восточная. Сюда. Разместить бандарный бомбардировщик негде. Это не страшно, у меня есть он. Это. Бесконечный карман. Что у нас там? Три бомбардировщика? Так я же... Не-не-не-не-не-не-не-не, отмена. Отмена приказа. Отмена приказа. Это самое. 5,7. 3,1. 34. Я же разбомбил вроде. Нет? Они бомбу не донесли? Ядерная бомба. По Киеву. Бомбим. Полетел бомбардировщик. Бомбанул Киев. Бабах! 8. Ага. Ну это истребитель пошел на перехват. Он долго летел. Все. Отбомбили. У Киева уже там 8. Чего ты хочешь от меня, журнал? Истребитель нашли? Ну, не страшно. Нам надо снести радар. Ну и, кстати, здесь у меня... А, они здесь хранятся. Они могут носить ядерные бомбы. Вон оно что, Михалыч. А, что? Ну, это хорошо. Это хорошо, да, это мне нравится. Патруль. Да зачем мне патруль? Они, если надо, выйдут. Мы как поступим? Мы, наверное... Кстати, в хранилище 10 ядерных бомб. Я туда зашлю истребитель и бомбанем радар. Все. Где? А этот? Что он мне сделает? Как он медленно плывет. Так, слушай, ты бы это с эскортом-то, да, завязывал бы? Хотя с другой стороны. Ну тут просто стоит эсминец чисто прикрыть жопу. Дайте мне подлодку, дайте мне эсминец и крейсер. Мы вот это вот место укрепим, а ты тогда давай эскортируй дальше. Как же они долго плавают, пипец. Просто кошмар. Исследование. Катастрофически долго идут исследования. Воздух, земля. Хорошо. Это хорошо. А почему мы исследуем сразу вот это, если мы еще не доисследовали вот это? Странно. Кыш. Надо долететь до радара, и тогда будет хорошо. Все, бомбардировщики готовы. Истребитель в воздухе. Ну тут просто летает. Скорее всего, где-то здесь база, кстати. Где-то здесь база, скорее всего. Ох, ее бы бомбануть. А что это? Почему все светится? Почему Ростов-на-Дону светится? СВБ почему светится? И что? Бомбили, что ли? Ну, Киев-то понятно. По Киеву я уже кидал бомбы. По Варшаве кидал. Даже в Будапешт долетел. Странно. Новый план атаки. Как это работает? Сторон. А какая разница? Ладно, пофиг.
Пока что руками разберемся. Труль. О, так их. Бомбите. Так, шо? Так, а ты можешь это вот, вот сюда? О, может. Хорошо. Хорошо. Бомбаните. Разочек. Баба. Меньше радаром. Так, авиабазы здесь в порядке, да? Хорошо. Радар уничтожен, это тоже хорошо. Вы можете, да, ядерные бомбы носить? Тогда так. Бомбанем по Будапешту. Мюнхену, Берлину. Вперед. Не, не, базы нету. Они здесь где-то летали, но базы нету. Странно. О, подожди, авиабазу нашли. Вот она где. Ах вы гады. Ладно, ладно. Бомбаните по авиабазе там. Там на перехват вышло. Давай, 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 давай. Эть. Бомбанули. Меньше авиабазы. Веселая игра. Она была бы еще веселее, если бы не активная паузы. Наверное. А? Что такое? Так, это европейские. А куда они? Перехватывайте. Вроде все перехватывают. Все, все, что могут, по крайней мере. Чего мне надо добиться? Мне надо бомбануть сколько-то раз. Определенный город, что ли? Или как? Или что? Новые технологии, ракеты средней дальности. Отлично. А что они нам открывают? БРСД и БРПЛ. А что это? Очень интересно. Наверное, это где-то здесь. Да, это новые ракеты. Эффективность производства 11%. Логично. Перебросим там. 80 на 20. Давай поменьше, давай 60. На 40. А, так нормально. А, используется в подлодках, да? Да, это используется в подлодках. 500 кт. 1 мегатонна. 100 кт. А, вот почему так дерьмово. Бомбу. А можно ее переместить повыше? Видимо, нельзя. Делаем все. Интересно же. Лондону там досталось, да. Там он засветился весь. Все, бомбы кончились. А какая лучше? Какая разница вообще? О, ядерные бомбы привезли. Зарядим. 0. 10. По Парижу бомбанем там. По Мадриду. В конце концов, чего нет-то? Все, уже не дают просто бомбить. Что такое? Вражеский юнит. ПВО. ПВО? Так, вот это нехорошо, нифига. А мы можем это ПВО как-то снести так аккуратненько? А это что за ракета? Воздух-воздух. Одна хрен с ними. Давай вот этими. Две ракеты у нас там было. Снесем ими. Черт, один штурмовик потеряли. Ну ладно, это не страшно. ПВО-то снесли.
Почему мне не дают ударный бомбардировщик сюда засунуть? Они же здесь существуют. Как бы, какая разница-то? Ой, надо ужить. Странно. А мы можем строить противоракетную оборону, там противовоздушную оборону? Что такого? Мы не исследовали пока еще. Ну ладно. Кстати, по поводу исследований. Где? Это все ракеты. Мобильная ракетная... мобильный ракетный комплекс, МБР мобильный тоже. Мегатонная МБР. Или мегатонный. Где ПРО? ПВО. Где вот это все? Почему здесь какие-то ракеты? Все. Пусковая шахта. Круто. Ракеты АПЛ. Круто. Термоядерная бомба. 10 мегатон. 50 мегатон. А, подожди. Это стартовая. Самолет улучшает. А, вот и ПВО. Вот ПВО заказать. Хотя нет, подожди. Нафига мне ПВО? Нафига, говорю, мне ПВО? Дайте я закажу что-нибудь другое. Что-то еще есть. Космический радар. Спутники. 20 минут. Ё-моё. Радиолокаторы. Тут столько апгрейдов прикольных. Водометные движки. Дизельный корабельный двигатель. Интересно, однако. Ха. Чего мы изучаем вообще? Можно термояд изучить на старте и запускать их. С чего они запускаются, кстати? Не написано. Не написано, из чего запускаются, к сожалению. Не. Ну ладно. Тогда план Б. У нас там есть ракеты, которые запускаются вот из таких вот установок. Ну это из подлодки, а это вот из... Пока, ну это 100 КТ все. Ну а вот эти нужны. Либо вот это. 6 секунд. Ну-ка, быстренько мне сделайте. Информация о резервах. Южная Америка. Мы с ними вообще далеко, так что. Это хорошо, что можно так перегонять. Не надо. А, удерживать shift. Ладно. Так. 30 секунд. Что тут у нас происходит? Чистенько, спокойненько, да? Все, у нас есть одна бомба. Так, одна мегатонна. Одна, мать её, мегатонна. У нас тут ПВО, кстати. Воткнулась. Ну, ладно. Скорее всего, потеряем. Отмена приказа. Один шел. Скорее всего, он сейчас умрет. Но оно того стоило. Наверное. Мегатонна. Мегатонна. Летит в Киев. Нифига себе, там в Киеве 45. Откуда? Или что это? Или это заражение? Или чего это вообще такое? Что за 45? Население 2,2. 1,7. В Москве 10,4. Ну, фиг его. Мегатонна полетела. Что такое? Обнаружен эсминец европейский. Тррр, где? Это плохо. Это нехорошо. Опять ПВО. Ты чтоб тебя. Бабах.
Мегатонна бомбанула только что. У-у-у. Что-то Киеву нехорошо. Нехорошо. Чего? Ударный бомбардировщик. Хрен с ним. Фигня это все. Еще одна авиабаза здесь. Слушай, они реально задолбали меня со своими вот этими вот ПВОшками. Дайте мне новые ракеты. Эти. Тут прям бомбардировщики. Бомбардировщики жалко. Недорогие вообще-то. Да их еще и сносят. Подлодка? Наша подлодочка готова. Где она? Вот. Где тебя можно разместить? Чего она вообще может? Торпеды. Ракета Земля-Земля. А если всплыть? Ага. А вот так может Земля-Земля, да? У нее радиус не особо большой. Хрен с ней. Хрен с ней. Пусть плывет. Если она сможет вот откуда-нибудь отсюда добить до ПВО, будет вообще замечательно. Мегатонная бомба мне понравилась. Там от Киева мало что осталось, но там еще живет 1 миллион. Что такое? Эсминец. Отлично. Отлично. Пускайте эсминец. Черт. Зря я его здесь дропнул. Теперь будет плыть целых 10 тысяч лет. Пусть там стоит. Торпеда, ракета, земля. Земля. Эсминцы тоже могут пускать земля, земля. Кстати, не достает эсминец. А может попробовать доплыть. Ну, эсминец врага уничтожили, отлично. Он радиусом не дотянется, по-моему. Там очень мало мест. О! А вот до этой дотянется. А можно вот так вот, да? Куда ты поплыл? Отмена приказа. Плыви сюда. А надо просто дотянуться вот до этой гадости. Так. Гребаный залив. Копенгагенский. О! Раз. Два. Три. Еще одна ПВО. Единица прибыла. Какая единица? А, этот? А, хрен с ним, пусть бомбит. Мне не жалко. Че у него, ХП не обновляется или не попадают? И что? О, крейсер достроили. Ого, прикольно. Мне нравится. А чего может Земля-Земля? О, у него радиус побольше. Давай тоже сюда куда-нибудь подгоняй. Ну или вот сюда, вот, да, вот сюда. Пусть бомбят. ПВО уничтожили, молодцы. Давай вот сюда. Будем здесь пока эсминцем держать оборону, чтобы было веселее. Это самое. Там сюда строили, да? Хорошо. Хорошо. Так, тогда пусть достраивают ракету, и мы переведем все на исследование. Что они делают, кстати? Противоракетная оборона, ракеты средней дальности. Чпоник. 8 минут. А ракеты. Эй, так. Всплываем. Бомбим.
нее, кстати, радиус тоже неплохой. Она, наверное, даже вот отсюда бы дотянулась до сюда. Что за фигня? Вот вроде стреляет куда надо, и не попадает. О, другое дело. Прячемся. Ну, вроде пока тихо, мирно, спокойно. Вот за этой частью карты вообще не следил. Да и хрен с ней, наверное. У нас есть 4 ядерных бомбы, БРСД и БРПЛ. Ни одной из этих ракет использовать нельзя, но кроме бомб. А эти бомбы просто лютое дерьмо по соточке, ну как бы не смешно. Куда он? А, дружественную территорию. Понятненько, понятненько, ладно. Не проблема. Все равно делать особо нечего. Так, подлодочка. Подлодочка, торпеда. Бомбите. Снесли. Снесли. Я же говорил, там надо оборону держать. Американцы будут подплывать сюда. Наверное. В принципе, кораблей пока хватало. Не страшно. Вот и крейсер приехал. О, зениточки. Отлично. Что мы исследуем дальше? Тяжелые ракеты, ПРки всякие. Не-не-не. Мы исследуем... А, это зенитки были. Логично. Может, термоядерные бомбы, АПЛ? А что, круто? Или зенитки, или мобильный ядерный комплекс? Ну, ладно, МБР так МБР. Я не против. Так. ПВО. Штуки 4. И как-нибудь вот так. Самолетики достроить, всякое такое. Да исследуется это довольно быстро. Зачем я только сюда приехал? Странно как-то. Пусковые шахты, вот это было бы вообще улетно. Прям бомбануть и развлекаться. Еще бомбы достраиваются, я смотрю. Ладно, ладно, подождем. Да-да. Вражеский юнит. Авиабаза. Снесите ее нахрен. О! Опа. Это что? Ответ от Европы? А можно мне переместить вот это вот дело? Угу. О, отлично. О, авиабазы меньше. О, а мне нравится эта игра. Вроде веселенькая. У нас еще легкий режим. В принципе. ПВО. Здорово. Расположим ее где-нибудь здесь. Чтобы нас не бомбили. Для воздух. Ракеты. Но проблема этих ПВО в том, что они довольно днищевые, скажем так. ПВО это круто, кто спорит, но, во-первых, радиус маленький, во-вторых, сюда залетает штурмовик, бросает бомбу, улетает. Причем, даже если замикроконтролить, он может улететь вообще без повреждений. Так что как-то это сомнительно. Пока что. Пусковая шахта? Что? Что? Как они успели? Ну, я не начну действий военных с ними пока что. Вернее, против них. А чё, куда вступить? Какой синий союз? Чего? Пофиг.
Восточная Азия. Вступить. Принято. О, альянс. Делиться данными радаров. Исследованиями, деятельность данными радаров, конечно же. Принято. Хорошо. Вот мы с китайцами объединились. Ну, просто чисто из-за шахты. Что-то как-то это. Нехорошо. А то вдруг бомбить начнут. У нас только три ПВОшки стоят. Ты там рефитнулся, нет? Пополняет запасы еще. Так. Западная Азия вступила в Синий Союз. Западная Азия и Северная Америка. Западная Азия? О, это они, что ли? Это они, Западная Азия? С Америкой? А почему она западная, если она восточная? Странно. Ну, то есть логично, что мы с ними дружим. Это проблема. Это проблема. А чего у них там данные радары? Мы в дерьме? Мы в дерьме. Обычно идет. Что такое? Время голосования? Океания? Мы за. Добро пожаловать. Все равно остальных разбомбим. Так. Что там у нас? Еще ядерные бомбы производятся. Что такое? Расположение ядерных активов. Нет. Каких ядерных активов? Так, они изучают, кстати, ого-го, ступенчатый ядерный взрыв. Ракеты нового поколения. Ну, Океания там прикалываются. И Европа до сих пор зенитки, очевидно, да? У Америки противоракетная оборона, у Западной Азии ракеты средней дальности. Ну, видимо, они собираются наш бомбить ракетами. Отсюда. Защититься, что ли? Хорошо. Это хорошо. Давай-ка обратно. Свое место законное. О! МВР-ки наконец-то исследовались. Аллилуйя. А что это там дает? Пусковая шахта МВР. Мегатонная, кстати. Да. Мегатонная. Это хорошо. Хорошо. Мегатонная МБР. Можно мне одну штучку? И шахта пусковая. В сложном режиме, наверное, был бы вообще трындец. Истребитель. Где нам не хватает истребителей? 7. Из 15? Нет боеголовок. Рефитьте. Какие проблемы? Так, ладно, 40 мегатонных бомб? Не надо. Прекратите. Не надо. Зачем мне 40 мегатонных бомб? Хватит. Мне и одной хватит. Серьезно. Мне даже они не нужны. Мне вот этих вот мегатонных бомб замечать. Можно ускорить? Я все жду, когда на меня нападут. О, информация о резервах. Обновлена Восточная Азия. У-у-у.
Где она? А, вот. А у них уже эмберка есть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. И шахта у них, скорее всего, тоже есть. Эх, 50. И нет ни грамма. О, нифига себе у нее радиус. Давайте прям на границу вот тут воткнем. Есть. Что такое? Построить 5 боеголовок. Бомбардировщик обнаружен. Где? А, вот он. Слушай, он с бомбой ядерной летит. Ай-яй-яй-яй-яй. Я даже в курсе, куда он летит. И зачем. Ракета воздух-воздух, перехват. 2 сразу. 4. Опа. Момент. Нет, не клей. Это крейсер у нас, да? Крейсер. Давай вот... Черт, нас просто снесли здесь эсминец. А новых не привезли. Крейсер. А, можно с авианосца же бомбануть. Давай вот этой. Так, одним меньше. Сюда. Сюда воздух. Тут еще один, да? Под лодочку поднимем. А, не дотягивается. Нет. Прячься. Тут ракет тоже не дотянется. Давай тогда бомбить так. Так, одним меньше. Давайте, ну. Не снесли. Бомбардировщик. Давай-ка мы тебя снарядим. Чем мы его снарядим? Бомба или ракета воздух-земля? Бомба. Бомбишь здесь. Отсюда вылетает. Отсюда говорю. Вылетает. Давай с ракетами. Вылетает тоже еще один. Бомбит. Сюда бомбит. Бомбите. Ой. Кстати, на поводу запуска. Всплыть. Ну да. Слишком близко для атаки? Или подожди. У нее зона покрытия весь мир, и да. Не весь мир, только вот это. Ясно. Вышло лажа. Ладно, Сельвия. Бомбим туда. Вернее, Севилья. Действие завершено. Ракета. Было уничтожено, отлично. Бабах! Сразу 12 стало. Ну, Севилья норм вообще. Снесли, отлично. Нормально? Я просто ожидал, что вот этот вот радиус, это радиус поражения. А у нее, оказывается, радиус поражения вот. Вот это вот все. У меня еще одна МБР есть, я могу по Мадриду зарядить. Бах. Маловато. Эти эффекты. Так, мы наконец-то мобильные ракетные комплексы изучили. Ура. Можем их строить? Не хватает этой игре музыки, кстати. Прям серьезно не хватает. Одно и то же на повторе не круто. Загоризонтный радар? Они ожидают бомбежки ядерными ракетами? Не зря, кстати, они ожидают бомбежки ядерными ракетами. Обнаружено ПВО. Сносите. Можешь снести? Может. Сноси. Сейчас бомбардировщик улетит нахрен. Да?
О, эсминец прибыл. Бомбардировщик снесли. Скорее всего, ПВО даже не снял. Снесли вам эсминец. Ну и хорошо. Ладно, значит, надо вот этими бомбить. Эти гребаные ПВОшки. Почему нельзя запускать штурмовиков с обычной авиабазы? Загадка. Серьезно. Отсюда почему-то только бомбардировщики и истребители взлетают. И все. Рефитнем авиакрыло. Здесь порядок. Здесь пополнить запасы не дают. Еще одна ПВОшка, что ты... Ваш мать! Все. И больше ПВОшек. Куда он поехал? Что он делает? Рефититься поехал. А, так, а я ведь нажал пополнить авиакрыло, да? О, мобильный ракетный комплекс. Отлично. И ракеты были. Мне не понравилась мегатонная бомба, что-то она какая-то это. Мелкая. Надо по Лондону зарядить. Нам не хватит радиуса. Нам не хватит радиуса. Куда можно тебя разместить? Прям на землю, да, можно тебя разместить? Слава. Как ты вообще работаешь? ФРСД. Переброс. Пофиг. Мы можем бомбить Варшаву. Берлин. Мы даже по Лондону можем зарядить. Зарядим по Лондону, по Берлину. Сколько у нас ракет таких? Одна, что ли? Да. Бумс. Не, ну это смешно. Ну что это? Там сотка, походу, была. Хорошо. Там реально, походу, сотка была. Отмена приказа. 5 боеголовок. Ну и чего толку-то мне от этих 5 боеголовок? Можно как-то... Нельзя. Поменять ракеты собирался, но эти ракеты запускаются только из подлодки. И походу атомной. Из этой подлодки не дают запускать. Меня эта музыка начинает уже задалбывать просто. Одно и то же. Вот одно и то же. У нас чего, еще одна есть МВР-ка? Зарядим по Мадриду. Все, кончились. МВР-ки. Рефитить надо их. Рефитить. У нас тут пока линейка самолетов строится. Кстати, по поводу исследований. Тяжелый ракет. 10-мегатонная бомба. Вот. Вот оно. Уже поинтересней. Ну вообще... Чего? Что? Кто? Желтый союз. Европа с Африкой. Твою мать. И они еще делятся ядерными активами. То есть, если мы сейчас воюем с Европой, на нас еще и Африка психанет. Начнет нас бомбить. А у нас нет радаров заградительных, загоризонтных. То есть, если мы какую-то ракету вдруг встретим, то уже, наверное, в небе. Над хлебалом, так сказать. Можно сразу все? Research complete. Так. Можем изучить подводные лодки. Можем, кстати, в тяжелый ракет пойти. Да. Нравится. О, термояд. Улет. Поехали. Европа минус 24.
Если я всплыву, ничего страшного не будет. Вроде ничего нет. Там ракетка маленькая ушла в Лондон. Я же вроде заказывал рефиты 13. Надо еще 2 и бомбардировщиков надо заказать. Или они строятся? Истребитель, истребитель, ударный бомбардировщик. Так не то. О, новые МБРки. Мобильный РК и МБР мобильный. Ну, МБР надо. И побыстрее. Мегатонки неинтересные. А здесь сколько мощности? 500 КТ. Вообще забей. Копеечные бомбы какие-то, не смешные даже. Процента почти 4,5. Там от Киева-то не осталось почти ничего. Кто там живет? Какой миллион? Почему вообще? Все смешно. Там вроде все охраняется. Этот союз, конечно, да, хороший. Мне вот интересно, если бы я не объединялся с Азией, противники тоже не объединялись бы и сидели особняком все? Поодиночке? Нам нужны более продвинутые радарные системы. Без них что-то грустно как-то. Без них как-то грустно. Ну, кстати, ракеты готовы. Можем бомбануть по Мадриду. Это всего лишь мегатонна. Это вообще смешно. Можем Киев добомбить там. А чё нет-то? Бум. Чё, и боеголовки кончились. О, какие огромные здесь радиусы. Давай, давай где-нибудь. Здесь тебя разместил, в Омске. Еще одна мегатонна, ну... В Киев заслать ее. 33. Вот что это значит? У мобильной МБР здесь 33. Переключаешься на мобильную РК 6. Что это значит вообще? Что? Ладно, кидаем в Киев. Пять. И чего? Что это значит? Ой, мрак. Ну ладно. В принципе, БРСД можно сносить всякого рода прошки, ПВОшки и т.д. и т.п. Что тут у нас, кстати? Никак, да? Видимо, у этой игры тоже сломано автообновление юнитов. Как и в большинстве, между прочим, игр подобного рода. А, побыстрее с исследованиями там, да? 4 минуты. Ну, ускоримся. Конец. Так, а все равно производить нечего. Можем, кстати... Давай сразу 4. 80 на 20. Нормально вроде. Просто у нас дальше термояд пойдет. А его вроде как можно тоже из мобильных пусковых комплексов запускать. Термояд. Так, 10 мегатонная бомба. Это она, я так понимаю, да? Да, это она.
я же говорю. Может использоваться только в бомбардировщиках. Ну хорошо, давай запустим одну в производство. Давай даже делаем вот так, 60 на 40. Десять мегатон. Скинем на Киев. Смотрим, что с ним будет после такого. Декс. Значит, Киев. Значит, просто проверки ради, да? Вот открываешь мобильный РК. 5. Чего 5? Просто 5. Открываешь мобильную МБР. 25. Чего 25? Берем бомбардировщик с 10-мегатонной бомбой. 46. 1.19, 3.24. Неплохо так бомбануло. Там до сих пор 25. 3. Вот эта бомба уже поинтересней. Вот это мне нравится больше. Давай-ка мы добьем. Там уже скоро еще одна произведется. Слишком часто автопауза включается. Что-то мне это не нравится. 91. Что такое? Делиться информацией о расположении ядерных активов. Ну хорошо, хорошо, давай, давай. Спалите свои шахты. Ох, ё-моё. Что такое? Что произвели? Кидай. Киев. У нас производства нет. 10-мегатонные бомбы. 4 штуки. И... 60-40. О! Другое дело. 67. Почему Лондон так горит? Странно, зеленым. Обнаружена авиабаза. Нифига себе, они наглые. А тут ракет нет. Черт. Ладно. Одну МБРочку можно мне? За 40 секунд-то произведем. Бомбанем. Уже хватит радиуса. Можно, кстати, было выслать бомбардировщики, но... Если честно, можно от бомбардировщиков полностью отказаться. Там, походу, мегатонку зарядили. И... И перейти чисто на истребители. Нет производства. В смысле нет производства? А МБР-ка? А, они же БРСД стреляли. О-о-о. Ладно, не проблема. У меня, в принципе, есть вот это. Там как раз покрытия хватало. Бомбаните сюда. Ну, наплевать на истребитель. Все. Тут, походу, еще одна база где-то. Нам нужны реально более хорошие радары. Нам нужны хорошие радары. Пока ничего все равно не производим. Ладно, производим. Блин, с вами. 50 на 50. Пополнение авиакрыла. Пополнение авиакрыла. Пополнение авиакрыла. Пусть пополняются. По поводу, кстати, бомбежки. Ой, тут радиация-то сколько. Ну и пофиг. Мегатонка есть. Кидаем. И на Львов одну.
Опа. А вот это нехорошо. А можно мне одну БРСДшечку? Вот эту вот. Лучше две. И... тысяч. Истребитель. Чего там забыл? Так, где-то восстановили крыло. И мы здесь. Чертов Киев, он никак не хочет умирать. Хрен с вами. Сколько у нас бомб осталось? Таких вот 10-мегатонных прекрасных. А где это вообще? Не написано, сколько бомб у нас осталось. Ну ладно. Надеюсь, много. Значит, на Берлин, на Лондон и не. Отмена приказов. Говорю, на Берлин, на Лондон, на Варшаву. А, нет, уже не хватает. Вперед. Надеюсь, там нет ни ПВО, ни радаров. Истребители зато есть. Ага, все равно бомбу сбросили, какая разница. Вот это вот собьют уже. Ты ж ты, приколист. Давай обратно. 10-мегатонную бомбу потеряли. Ступенчатый взрыв скоро будет известен. Отлично. Че он там гребет, нет? Бомбардировщик в Будапеште образовался, да? Плохо. Плохо. Еще один. Еще один. Еще один. Ты посмотри, как они хотят мою мобильную установку снести. Жесть. У нее радиус огромный, в принципе. Поражение. Тут нет войск как таковых. Тут радаров не хватает, мне прям катастрофически. Катастрофически. Радаров нам не хватает. О, самолеты ДРЛО. Отлично, отлично. Но это будет исследоваться очень долго. Тут еще и тактическое ядерное оружие БРМД. Ё-моё! Где эти самые противоракетная оборона? О, нет, радары где? ЗРК, мобильная ЗРК. Противоракетная оборона нового поколения. Спутники Асад. Мне нужен космический радар и спутники. Космический радар и спутник. А, можно что-то одно только выбрать, да? Ладно. Ну тогда спутники, да. Хрен с ними. Истребители африканские пытаются нас убивать. Да, это проблема. Самолеты стелс? Черт. А у нас вообще радаров никаких нет. Почти. Печатый взрыв. А что нам дает? Прекрасный ступенчатый взрыв. 50-мегатонная бомба. Ну все, ложись, умирай. 50 секунд. Я думаю, одной бомбы им хватит. Прикол ради. Поник, готово. Киев!
50-мегатонная бомба. Кажется, Киев только что умер. Самому интересно, что будет, но попробуем. Неплохо так зарядило. Еще 10 тысяч живет. Видите? Что значит эти цифры? Что это значит? Боевая единица прибыла в пункт назначения. Замечательно. Кидайте сетельные бомбы. Чего уж там. Вон, киньте сюда одну, сюда. 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 ПВО? О, и правда ПВО. Ну, киньте на ПВО. О, еще одна ПВО. Меняя вооружение. Чё это они там расплодились? Перехватчики? Там, походу, где-то это, да? Стоит. База. Воздушная. Вот она. Спилась. Одна ПВОшка меньше. Что ты будешь делать? Хорошо. Несите нахрен. И базу снесите. Ты что? Все. Нет нахрен базы больше никакой. Бомбардировщики снесли. Устанавливайте все запасы. Может их менять там по очереди, а? Ну серьезно. Бред. 10-3. Как мне его стереть просто? Мне же надо врага уничтожить, правильно? Чтобы сделать, надо снести города. Так? Так. Так, ракеты новые, 10-мегатонные. У меня уже есть 50-мегатонные бомбы. Зачем мне ваши 10-мегатонные бомбы? Дайте мне это. 4 штуки сразу. Это, конечно, очень неудобно, то, что приходится доставлять 50-мегатонные бомбы бомбардировщиками, но что поделать? Так, и еще одна бомба должна быть в процессе. Поехали. Минск, Варшава, Берлин, Пешт. Арест. Ну, достроиться спрошу. О, база спалилась. Отлично. А, в смысле? Сюда еще давайте. Баги, баги. Не долетел один бомбардировщик, к сожалению. А можно мне ракетный удар? По базе. Спасибо. Я же говорил, что там где-то база заныкана. Все. Бухарест, похоже, отъехал. Не отъехал. Походу, не отъехал. Выполняйте все дело. Давайте это все в начало очереди запустим. Интересно, как дела у противника. Союзники вообще прям живут. 300. Что 300? Чего 300? 11,6 миллионов. 10,4. Это приоритет целей, что ли? Или как? Как это работает? Цели. Стороны. Ну, допустим, ПВО, ПРО, РК, город. Координировать синхронный удар автоматически.
продолжение. Избыточные атаки. Строить. Лучшая конфигурация. Ок. Выполнить. Что? Я что-то нажал. Что-то, видимо, веселое. О, по Мадриду будем манить. Так, мне нужен авианосец. Но у нас авианосца нет. Значит, мне нужна ракета. Покажем сразу 5 штук. Упс. О, они автоматом, кстати, вырезают ложки. Супер. Вел. Примерно это мне и было нужно. А у нас есть еще? У нас есть еще. Будапешт свое не получил. Бухарест, кстати, тоже. Наверное, сейчас получат. Опа, база спалилась. А можно мне в план базу добавить? База, вот это. Бомбардировщики сбивают слишком часто. А что такое? Почему не стреляем? Что ты будешь делать? О. Так. Я тебя понял, игра. Ну, как-то так. Наверное. Может, приоритеты здесь наоборот работают, мало ли. Ракеты где? Так, куда ты ее запустил? В базу, я надеюсь. А, прям в базу. Шикарно. Так, дальше поехали спутники. Чего там исследовалось? Венчатый ядерный взрыв? Или чего мы исследовали? Чего мы исследовали вообще? Ну, наверное, его. 50-мегатонная бомба. Нет, у меня уже была 50-мегатонная бомба. Что мы исследовали? Так, можно мне это развернуть? О. Прибитие сверхтяжелой ракеты. Так это когда был-то? А, не, это новая ракета. Ну, это просто апгрейд. Немножко не то. Вражеский эсминец уничтожен. Отлично. А тут крыло рефизить не надо, разве? Вроде и так норм, да? Окей. Конечно, патруль. Там сотка. Нам бы еще по Лондону зарядить. Ракет нет. К сожалению. Сколько там? Мегатонная всего лишь. Мегатонные нас не интересуют. РСТшки. Одна. Как-то так. Так, я понял прикол этих планов. Не надо города бомбить, ладно? О, черт они делают. Я же снял города. У меня базы и прошки.
Да они стреляют. 82 тысячи погибших. Европейское ПВО. О, ее сразу снесли. Хорошо. По Берлину долбят. Что? Ядерная угроза? Мою мать! Нас долбят. Я же говорил. Скоординированный удар. Все, нам хана. Хотя две ракеты мимо прошли. Понял тебя, игра. Давай спутники хотя бы побыстрее изучим там, да? Ну зато теперь ясно, как играть. Ставишь десяток ЗРК и делаешь координированный удар по городам. Ну, к нам еще стелс прилетел с 10 мегатонными бомбами. Красота! Куда они летят? Пойду поищу. Куда он возвращается? Они где-то здесь стоят. Сто пудов, они вот где-то вот здесь стоят. Один корабль, походу, где-то прям здесь возле радара, да? Да, вот здесь стоит корабль, походу. Либо они летят прямо вот отсюда. Не, мы в жопе. Мы уже проиграли. Надо было прокачивать, наверное, все-таки приоритетнее противоракетную оборону. Чтобы было чем отбиваться. Ну, я пока просто развлекался. Локаторы. Радары. Да, надо было качать вот это вот. Хотя бы вот эти все четыре штуки надо было точно прокачать. Космические радары, система раннего предупреждения, вот это все тоже пригодилось. Вообще, вот это вот прокачать целиком можно было, наверное, со старта. Интересно все-таки, что это. И как это работает, но это, видимо, в другой раз. До конца игры 18 минут. Ну, все друг дружку разбомбят просто, и все. Я так посмотрю. Ка? Okay. Вернее, ладно. Америке тоже досталось. Хотя Нью-Йорк целый. Нифига себе, в океане там бас. А мы потеряли союз Океании. Нет, нет, наши союзы в порядке, кстати. А мы не можем пригласить Африку? Жаль. Наш союз скрепок. Между скрепок. Хотя и не факт. Да не летают. А это патруль.
Да, знатненько досталось. На океане там вообще в порядке. 1500 живет. Это так, чтобы спутники чисто побыстрее построить. Может, успеем. А мне казалось, что одна бомба просто возьмет и снесет нахрен все. Но оказалось, нет. Это так не работает. Это все бомбы мне тут нафиг уже не вперлись. Ракеты тоже. А? Что за... Отпусти мышь. А, нет. Мир в руинах, игра окончена. Ну... Вот это что за резкий скачок выпуска боеголовок. Это боеголовки со старта там. А, сюда накидаем, туда накидаем. Силуха. Так, а это что? Игровые очки. О, смотрите, вот они. Честность. Вернее, честно. Ошибись просто. Ну вот что это такое? Что это? Просто дно. Оп, резко потом. Скакнуло вверх. И опять прогресс науки, вот что это такое? Чисто линия идет так сразу вверх, как будто пинка дали читерного. Все нормально там развиваются, что-то исследуют, квадратиками, лестницами там ползут куда-то. Тут на тебя. А это что? Военная мощь. И вот опять, что это за скачки? Ладно, весело было. Странная игра. Может быть, в кооперативе, там, по сети с кем-нибудь поиграть было бы весело, но как-то странно. Ладно, во всяком случае, такие дела.